Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 12 января. Ой, февраля уже, извиняюсь. Сейчас я быстро-быстро расскажу вам прям в течение нескольких минут вот такой небольшой сюжет про этого ботяню. Вот смотрите, я 6 февраля ботяню пикировала в стаканчике с заглублением все, а три штучки оставила, чтобы потом попробовать, ну вот петлей-то положить с закручиванием. Ни разу не делала, но и отложила его. И все некогда-некогда, не могу до него добраться. Это вот типа, ну как просто эксперимент. Может сделаю, может не сделаю. И сегодня, когда я подошла к перцам на стеллаж посмотреть, я увидела, что ботяня, вот смотрите, вот про это я и говорила, уже когда появляются вот эти белые паутинки, это значит, что там усиленно развивается корневая система. Когда я его втыкала, вы все, наверное, видели, я показывала подробно, что корешок небольшой, такие маленькие-маленькие отросточки, я его втыкаю туда, он горизонтально, одной палочкой, он никаких боковых нету. Смотрите, какие длинные ботяня распустил боковые корни, что они даже до стеночки стакана дошли. Вот как он моментально сцепился с грунтом, освоил свою эту вот новую такую порцию грунта, которую ему дали. Но так и осталось у него два листика, наверху ничего не изменилось. Но там, если бы мы сейчас вот его растрясли и посмотрели, мы бы увидели, конечно, не только эти две паутиночки, а вообще там, наверное, очень много уже новых корней. Вот эти корни, явно, что они новые, они вот только что появились, прям такие хорошие белые здоровые корни. Вот, это еще один маленький такой сюжет из жизни растений. И когда сегодня я утром прочитала в комментариях, написала одна зрительница: «Капец, как вы штампуете свои видео?» Я не штампую видео, я просто показываю жизнь растения день за днем. Они каждый день меняются. Сегодня, вчера они были такие, сегодня я проснулась, раз, уже изменилось. У перца появились настоящие листики, там вот эти скороспелки разрослись, нужно их пикировать. И я хочу все это донести до людей, потому что некоторые, особенно начинающие огородники, не обращают внимания на мелочи, на некоторые вот эти из жизни растений. Они очень важны. Если у вас появились вот такие белые ниточки в пикировочных стаканчиках, это значит, корневая система разрастается, и пикировка ваша прошла удачно. Ну вот, будем дальше штамповать. До свидания.